Министр сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Анзор Баташев посетил одно из крупнейших фермерских хозяйств республики «Заря-1». Здесь занимаются разведением племенного скота, овец карачаевской породы, лошадей, а также яков. Руководство хозяйства рассказало представителям Минсельхоза о реализации программ по разведению племенного животноводства, продемонстрировало процесс автоматической дойки, провело экскурсию по другим фермам, принадлежащим «Заря-1». Мадина Каракетова продолжит. «Заря-1» – одно из самых успешно развивающихся сельскохозяйственных кооперативов Карачаева-Черкесии, занимающихся племенным скотоводством и производством молока. Именно молочное скотоводство на сегодняшний день является приоритетом новой программы агропромышленного комплекса Минсельхоза России. Акцент на молочное скотоводство был сделан не случайно, поскольку оно имеет важнейшее социально-экономическое значение для производства продуктов, составляющих основу рационного питания нашего. А производимое молоко в Российской Федерации не хватает, чтобы удовлетворить все потребности жителей нашей страны. Министр отметил, что речь идет о всей стране. Что касается Карачаева-Черкесии, здесь производится достаточно молока, чтобы удовлетворить потребности жителей республики и даже покрыть некоторый процент потребности молока соседних регионов. Представители Минсельхоза устроили экскурсию по фермам «Заря-1», познакомились с производственным процессом. Сейчас мы заем где-то 6 тысяч литров, ну 6 тонн. Это в день? В день, да. Ну, к концу сентября уже начнем, где-то около 10-11 тонн будет у нас. Полный отел идет. Позапрошлом году мы дали 1800-1600 тонн, а в прошлом году 210 тонн. 2010. В этом году мы ожидаем около 30 тонн молока сдать. Это не составит труда, поскольку в СПК недавно завезли очередную партию линетелей молочного скота высокой продуктивности. Именно в этих целях, в целях увеличения производства молока, была разработана Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики программа по закупу молочного скота, племенного молочного скота. Только в этом году было завезено в нашу республику около 700 голов. Из них 260 голов племенного скота, симментальская и краснопёстая порода завезено в СПК «Заря». За сезон от одной буренки этой породы можно получить до 5-6 тысяч литров молока. Они приобретены за счет средств господдержки Министерства сельского хозяйства. Скот уже полностью адаптировался к природным условиям региона. Всего поголовье в «Заря-1» составляет 1460 голов КРС, 360 из которых дойные. Кроме того, в СПК разводят племенных овец карачаевской породы, лошадей и яков. Мадина Каракетова, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия, Лжегутинский район.